Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня я вам расскажу, как посушить зеленый лучок. Для начала мы его сейчас с вами срежем и помоем, немножечко просушим полотенчиком. Так, ну вот я срезала все, помыла и положила на полотенчико сушиться, на чистенькое полотенчико. Можно сверху тоже прижать чуть-чуть полотенчиком, так они высохнут быстрее. И потом я буду класть в сушилку. Думаю, они быстро довольно высохнут. За вечер, я надеюсь. Вот. Вот я положила зеленый лучок наш. Получилось как некое гнездо. Постепенно вот так вот тут. И накладывала вот так по кругу. Сейчас подумала, как я потом буду все это вытаскивать. Ну, как-нибудь вытащу. Немножечко я его промокнула другим полотенчиком. Но все равно он остался мокрым. Не стала я ждать. Сейчас мы его с вами отнесем. Кладу я как бы на третий этаж. То есть вот тут две вот уже есть. Она будет у меня третья. Чтобы не слишком низко была. Не слишком высоко. Включаем и ставлю я на самую маленькую, наверное, пускай так на 40, а больше прибавлять не буду, потому что она получится как жареная потом, а я хочу, чтобы он остался сырым. Это вот так вот 40 будет достаточно. Вот, конечно, он уменьшится в разы, но ничего, интересно даже, вкусно будет или нет. Ну вот наш лучок зелененький подсох. Такой он получился. Вот он ломается, крошится. Сушится он довольно быстро, где-то в течение суток он у меня высох. Его можно использовать как приправу, добавлять в суп или куда-то еще. Ой, он очень, кстати, ароматно пахнет. И давайте, наверное, сейчас я попробую его, как он получился. Он такой вот маленький возьму. Да, вкус такого лука зеленого, как будто он поджаристый. Зеленый, но поджаристый. Видимо, наверное, все-таки воздух был слишком теплый. Но он не острый. Не как чеснок, например, молотый. Вот, его можно оставить так, можно руками немножечко так помолоть. Вот, можно в кофемолке перемолоть. Теперь вы знаете, как можно сушить лучок зелененький. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.